Всем привет, в этом видео посмотрим, как идут игры на смартфоне Asus Zenfone 4 Max. Начнем с первой игры GTA San Andreas. Настроим графику. Графика стоит по умолчанию на среднем уровне, давайте поставим на максимальном. Если игра будет подтормаживать, то выставим уровень по умолчанию и будем смотреть. Оценим на максимальном уровне. Да, видите, ролик очень сильно подтормаживает этот вступительный. Так что, скорее всего, игра тоже подтормаживает. Видите, играть невозможно. Поэтому выставим дефолтный средний уровень, продолжим. И вот даже на дефолтном среднем уровне видите, что игра сильно подтормаживает. Практически ничего не изменилось. Выставим графику на минимальный уровень. Возобновим. И вот только на минимальном уровне графики мы можем поиграть в GTA San Andreas. Виной таком плохом уровне игры является железо этого устройства, именно под это железо плохо оптимизировано GTA San Andreas. И играть можно только на самом минимальном уровне, по-другому вообще никак. Такая вот ситуация. GTA San Andreas. Переходим к следующей игре, Assassin's Creed Identity. И увидите уже сам игровой процесс. Загрузился Assassin's Creed. Начинаем игру. И, в общем, графика тут средняя. Плавность хорошая. Намного лучше ситуация, чем GTA San Andreas. И тут на средней графике игра работает, видите, что плавно. Играть можно. И это средний уровень, а не самый минимальный. В общем, тут лучше, чем GTA San Andreas. Эта игра уже работает на четверочку. Если GTA San Andreas, наверное, на 3 с минусом по пятибалльной системе работал, то тут ситуация лучше. Закрываем Assassin's Creed, переходим к следующей игре. Real Racing 3. Загрузился Real Racing 3. Графика здесь минимальная, видите, что нет отображения в зеркалах заднего вида, но при этом игра работает идеально по плавности, то есть вообще никаких тормозов. Вот видите, что все очень-очень плавно, приятно играть при такой вот плавности, но графика, к сожалению, самая минимальная. Но при этом игра работает на 3 с плюсом, потому что все очень-очень плавно. В общем, такая вот ситуация в играх. Только в GTA San Andreas видите, что были какие-то проблемы. В обзоре я показывал, как работает Asphalt 8. Asphalt 8 работал хорошо на средней графике. В общем-то, особых там проблем никаких не было. Real Racing работает тоже хорошо, Assassin's Creed хорошо. Только GTA San Andreas запускается на этом устройстве плохо. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал Максим Мобайл, комментируйте, ставьте лайки. И ждите новых видео. Пока!